Друзья, показываю классный участок на Мацесте, самый-самый верх. Видите горы, как мы находимся выше Измайловки. Очень хороший ровный участок. Вот я на нем стою. Меня тут кошки, правда, одолевают местные. Давно, видимо, никто ничего не снимал. Участок длинной продолговатой формы. Больше 8 соток, он практически ровный. Вот идеальное место для дачи, либо для дома, для пенсионеров, которым не надо сильно часто выезжать в город, потому что, ну, подъем достаточно суровый. Минут 7, наверное, надо ехать от асфальтовой дороги. Дорога бетонная хорошая, но все равно требует определенных навыков вождения по сочинским дорогам. Но участок за свои деньги очень-очень достойный. Электричество тут есть, до воды, естественно, надо буриться. Буриться не знаю пока сколько, но если интересно, задавайте вопросы. В комментариях буду узнавать, узнаю, расскажу. А вообще участок по рельефу отличный. Опорных стен делать не надо, потому что склон естественный. Нулевой цикл строительства. Техника зайдет без проблем. Дома вокруг очень крутые. Вот там он вообще, вон там он вилла стоит. Стояла бы она внизу, стоила бы сотку. Ну, здесь, наверное, ну, 15 миллионов. Так что вот так. Виды потрясающие. Безумно красиво. Звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все лучшие участки в Сочи только у меня.